Мы услышали зов из глубин Вселенной. Триемисис — это небесные существа, принимающие человеческое обличие, чтобы помочь Мэг и ее брату найти отца. Наш художник по костюмам — Пако Дельгадо. Это фантастика. По-моему, он настоящий гений. Великолепные цвета, ткани, металл, изобилие разных материалов. Самые неизбитые решения. А уж прически Ким Кимбл. Никто не работает с такой самоотдачей и любовью к тому, что делает. Подбирать разные ткани, фактуры, моделировать их. То же самое можно делать с прической. Прически, макияж и костюмы должны идеально сочетаться. Это сильная команда. Начали! Она сумела вдохнуть жизнь в наши персонажи. Мисси, что тут самая юная из этой троицы? Она самая игривая и колоритная. В ней есть нежность, материнство и неугасимый внутренний огонь. Снято. Отлично. В образе миссис Кто смешалось воедино множество самых разных культур, континентов и эпох. Мы обращались и к африканским мотивам, и к японским, и к латиноамериканским. Здорово! Спасибо, это просто восторг! Миссис То есть? Она живет уже не первое тысячелетие. Она словно прима среди миссис. У нее прическа шикарная. Красотища. Безудержный полет фантазии. Воплощение всех причесок, которые я хочу. Это игровая площадка для режиссера, где он может дать волю своему воображению. Потрясающе. Спасибо. Это будет великолепно. Disney представляет «Излом времени».